Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Tiguan 2. Легкий ремонт переда. Повреждения небольшие, практически все поврежденные детали меняются. Владелец пригнал машину уже с замененным крылом, капотом, капот в цвет машины и заменен телевизор. Итак, начинаю ремонт. Машину разобрал, мне надо подшаманить крепление бампера с правой стороны и полку крыла с левой, а также установить все детали переда и выровнять зазоры. Ну что, начнем. Thank you.
На этом моя работа закончена. На эту работу ушло 10 часов. На сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!